Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я вам покажу, как сделать вот такую вот игрушку дракона с ночной фурию с мультика «Как приручить дракона». Вяжется она довольно-таки легко и быстро, но справится, так сказать, не начинающий. Она состоит из колец амигуруми, и если вы вязали уже кольца амигуруми и круги, то, в принципе, я думаю, вы справитесь. Вам понадобится 300 метров либо в 100 граммах, либо в 50 ниточек. Если вы возьмете толстые ниточки и потолще крючочек, то у вас получится довольно-таки внушительных размеров игрушка. Если вы возьмете, как я, не слишком толстую, то вот посмотрите, относительно моей руки она получилась немного длиннее. Также вам понадобится, помимо черного цвета, либо темно-фиолетового, немножечко салатневого, либо желтого для глазок, вот как вы видите, небольшие такие кусочки ниточек, сиреневого, либо фиолетового, небольшой кусочек красного цвета для хвостика, так как у него по мультику хвостик искусственный. И немножечко белого для того, чтобы вышить. Либо, если не хотите вышивать, то можете просто взять, сделать красненький хвостик. Либо однотонный, как и дракон. В общем, наполняла я наполнителем холофайбером. Это такие вот силиконизированные шарики. Хотите, можете наполнить синтепоном, либо любым наполнителем, которым считаете нужным. Ватой наполнять не советую, потому что игрушка получится довольно-таки плотная и тяжелая. В общем, немножечко, так сказать, проволочки. Проволочка будет вставляться у нас в крылышки, для того, чтобы они держали форму. И немного вашего терпения. Крючок. Будете брать под пряжу ориентироваться, то есть если у вас пряжа толстенькая, берете побольше крючок, пряжа тоненькая, берете потоньше крючок. Для того, чтобы у вас не получалось дырочек, пожалуйста, ориентируйтесь крючок под пряжу, то есть чтобы наполнитель не вытаскивался. По ходу вязания я вам буду рассказывать, как все делать, как все пришивать. Я надеюсь, что вам понравилось, присоединяйтесь, мы начинаем вязать. Начнем мы с головы. Берем ниточку основного цвета, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и набираем 6 столбиков без накида. 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем колечко наше вот так вот, плотненько, тугенько. И теперь в каждую петлю делаем по прибавке. То есть в конце ряда второго у нас будет 12 столбиков без накида. Итак, первый столбик, сюда же второй. Затем во второй столбик первый, сюда же второй. Третий столбик. Снова прибавка, первый сюда же второй. Четвертый, первый сюда же второй. Пятый, первый. Сюда же второй. И последняя прибавочка. Один столбик. И сюда же второй столбик. 12 столбиков у нас сейчас в ряду. Теперь в третьем рядочке мы будем вязать столбик без накида, затем прибавочку. То есть чередовать столбик без накида. Во вторую делаем прибавочку. Второй и третий столбик. Затем в третий просто столбик. Это 4. Затем прибавка. 5. 6, затем снова столбик, 7, прибавка, 8, 9, столбик, 10, прибавка, 11, 12, столбик, 13, далее прибавка, 14, 15, столбик, 16, прибавка, 17, и 18 сюда же. У нас 18 столбиков без накида. Теперь четвертый ряд мы будем вязать 3 прибавки подряд. Итак, первая прибавочка. Затем во второй столбик снова 2 столбика без накида. Вторая прибавочка. И в третий столбик 2 столбика без накида. Третья прибавочка. Затем мы провязываем 6 столбиков без накида. 1 столбик, 2 столбик,
третий, четвертый, пятый и шестой. Затем снова 3 прибавочки. Один столбик сюда же, второй, первая прибавочка. Один столбик сюда же, второй, вторая прибавочка. И один столбик сюда же, второй, третья прибавочка. И заканчиваем этот ряд 6 столбиками без накида. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали ряд до конца. Теперь пятый ряд провяжем наши получившиеся в итоге 24 столбика без накида, без изменения. То есть первый столбик, второй столбик, третий и так до 24 столбика. Шестой ряд делаем снова 3 прибавления подряд. Итак, первое прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Второе прибавление 2 столбика в одну петлю. И третье прибавление 2 столбика в одну петлю. Затем провязываем 9 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь снова 3 прибавления подряд. Первое прибавление сюда же. Второй столбик, второе прибавление, один столбик сюда же, второй. И третье прибавление, столбик и сюда же второй. Сделали 3 прибавления и довязываем до конца ряда 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9. Довязали 9 столбиков без накида. В конце ряда у нас 30 петель. Теперь, получается, мы довязали 6 ряд, 7 и 8 нам нужно провязать без изменения. То есть 2 ряда это 60 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 59. 60. Теперь провяжем 9 ряд 3 прибавки снова. Первую петелечку 1, 2, во вторую петелечку 1, 2 и в третью петелечку 3 последняя прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь провязываем 12 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь снова провязываем 3 прибавочки подряд. Первая прибавка. Во второй столбик, во вторую петелечку, вторая прибавка. И третья прибавка. Один столбик и сюда же второй. Теперь довязываем до конца ряда 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. В конце ряда у нас получилось с прибавлениями 36 столбиков. Десятый ряд провяжем 36 столбиков без изменения. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 35 и 36. Провязали 10 ряд до конца, 11 ряд. Снова делаем 3 прибавления подряд. Один столбик сюда же второй. Во вторую петелечку один столбик сюда же второй. И третий столбик, один столбик, сюда же второй столбик.
Делали 3 прибавления, а затем 15 столбиков без накида провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 и 15. Теперь снова провязываем 3 прибавления. В первый столбик 2 столбика без накида, во второй столбик 2 столбика без накида и в третий столбик 2 столбика без накида. Сделали 3 прибавления подряд и довязываем до конца ряда 15 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. В конце ряда у нас получилось 42 столбика без накида. Теперь мы их провяжем в 12 ряду без изменения. 42 столбика без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 41 и 42. Довязали до конца 12 ряд. В 13 ряду снова делаем прибавление. 3 столбика провязываем с прибавками. Один столбик сюда же второй, один столбик сюда же второй и один столбик сюда же второй. Сделали 3 прибавления. Затем провязываем 18 столбиков без накида подряд. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, 16, 17 и 18. 18 столбиков без накида провязали. Делаем снова 3 столбика без накида с прибавлениями. Первый столбик 1 сюда же второй. Во второй столбик 1 сюда же второй. И третий столбик 1 столбик сюда же провязываем второй. Прибавление сделаны. И довязываем до конца 18 столбиков без накида. В конце этого ряда у нас должно получиться 48 петель. Третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, 17 и 18. Довязали до конца ряд. И теперь 14 и 15 ряд мы провяжем столбиками без накида. То есть 48 умножить на 2, 96 столбиков. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 95 и 96. Провязали до конца столбики без накида. А теперь 16 ряд. Я вам предлагаю взять кусочек нитки другой
или такого же цвета, или другого. Ну, в принципе, можете взять и обычный маркер, но, честно говоря, мне удобна ниточка, она мне не мешает. Провяжем следующим образом 16 ряд. 7 столбиков без накида и прибавление. 7 столбиков без накида, прибавление. Итак, 2 столбика, 3, 4, 5, 6 и 7. Восьмой делаем прибавление, провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь снова 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Восьмой делаем снова 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова начинаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмой делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмое делаем прибавление. Один и сюда же второй столбик. Снова один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12 и снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 делаем прибавление, 2 столбика без накида в одну петелечку. И последний раз 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 и последняя прибавочка в восьмую петелечку, 2 столбика без накида. Итак, провязали прибавление в каждую восьмую петельку, а теперь 17, 18 и 19 ряд мы провяжем столбиками без накида. Если посчитать на 3 ряда умножить, это 162 столбика без накида. Нашу ниточку переносите в начало ряда и начинаете отсчитывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 160, 161 и 162. Довязали наши 3 рядочка, 162. Петельки провязали 162 столбика без накида. Переносим наш маркер в начало ряда, снова нашу ниточку. И теперь начинаем делать убавление. Чередуем наш 20 ряд. Чередуем 7 столбиков без накида, делаем убавление. 7 столбиков без накида, делаем убавление. Итак, 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. 8, 9 делаем убавление. Убавление я делаю следующим образом. Беру 2 полустолбика за передние стенки. Вот так вот. У меня на крючке 3 петелечки. Захватываю ниточку. На крючке 2 петелечки. И снова захватываю ниточку, продеваю через 2 петелечки. Вот таким образом я делаю убавление. И снова чередуем 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова делаю убавление за 2 передние стеночки, захватываю ниточку и снова захватываю ниточку. Теперь снова 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. Для кого непонятно, как я делаю убавление, можете провязывать классическим способом. То есть
вязать полустолбик с одной петли, со второй петли полустолбик и соединять общие вершины. Но я не люблю это убавление, так как оно сильно заметно. Я делаю за 2 передних полустолбика, захватываю ниточку и еще раз захватываю ниточку. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Восьмой, девятый я делаю убавление. За 2 передние стеночки, повторюсь, делаю полустолбик и довязываю столбик. Теперь снова чередую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмой, девятый делаю убавление. И последний раз провязываем 7 наших столбиков. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И восьмой делаю убавление. За 2 передние стеночки провязываю столбик. Все, довязали до конца ряда первый ряд убавления. Перенесли нашу ниточку в начало ряда. И теперь чередуем 6 столбиков без накида, убавление. 6 столбиков без накида, убавление. Итак, провязываем первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Седьмой, восьмой делаем убавление. За 2 передние стеночки делаем столбик. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 делаю убавление. За передние стеночки захватываю ниточку и довязываю. 1, 2, 3 столбик, 4, 5 и 6. Снова делаю убавление. За 2 передние стеночки захватываю ниточку и довязываю столбик. Снова повторяем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Делаем убавление. 7 и 8. Захватываем петельки. Делаем убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем убавление. И последний остался раз у нас. 6 столбиков убавления. 1 столбик, 2, 3. Четвертый, пятый, шестой. Делаем убавление. 7, 8. Провязываем вместе. Довязали снова убавление. 22 ряд будем чередовать так. Начало ряда снова ниточку нашу. 5 столбиков без накида, убавление. 5 столбиков без накида, убавление. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем убавление. 6, 7. В одну петельку соединяем. Теперь снова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем убавление. За 2 полустолбика провязываем столбик с общей вершиной. И снова 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7 делаем убавление. И так делаем до конца ряда. В каждом ряду, как вы видите, мы убавляем по 6 петелек постепенно.
Довязали ряд до конца, снова ставим ниточку в начало ряда и теперь чередуем 4 уже столбика без накида, убавление. 4 столбика без накида, убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, делаем убавление. За передние стеночки я всегда убавляю, вяжу столбик. Либо хотите с общей вершиной, как хотите, в принципе, убавление делайте. 1, 2, 3, 4. Единственное, что если делаете убавление сначала, так сказать, тайное, вот как я делаю, то и продолжаете тайно. Если делаете с общей вершиной, то и от начала до конца делаете с общей вершиной, чтобы потом вам было, ну, не путаться и получалось довольно-таки красиво. То есть, если вы делаете одно убавление, то вы как бы продолжаете этим же убавлением. Но видите, у меня получается такое тайное. Его практически не видно по убавлениям. Итак, 4 провязали, 5, 6, делаем убавление. Снова 4 провязали, 5, 6, делаем убавление. Итак, до конца ряда продолжаем. 1, 2, 3, 4 столбика провязали, 5, 6, делаем убавление. После того, как довязали ряд, вынимаете ниточку, вытяните немножечко петелечку, чтобы она у вас не спустилась. И предлагаю вам наполнить нашу голову. Наполняете ее довольно-таки плотненько, красивенькая, чтобы она у вас была. Придаете ей форму красивую. И мы с вами продолжим убавление. Вот я наполнила голову, но немножечко недонаполняла, чтобы мне сейчас было удобно еще делать убавление, чтобы у меня мой наполнитель не высовывался наружу. Итак, ставим снова в начало ряда нашу ниточку. И теперь чередуем 3 столбика без накида. И затем 4, 5 делаем убавление. Итак, первый столбик, второй, третий. Теперь делаем 4, 5 убавление. За передние стеночки делаем столбик без накида. Теперь снова 1 столбик, 2 и 3. Снова делаем убавление. За передние стеночки 2 полупетли берем и делаем столбик без накида за 2 стеночки. Теперь снова столбик, столбик, 3 столбик, убавление. Итак, делаем убавление, снова чередуем 3 столбика без накида до конца ряда. Довязали до конца ряда и теперь чередуем снова, делаем убавление, но чередуем уже так. 2 столбика без накида, убавление, 2 столбика без накида и вот делаем убавление. Чередуем 2 столбика без накида, убавление, опять до конца ряда. Итак, 1 столбик, 2 столбик. И за передние стеночки 3, 4 делаем убавление. Снова 1 столбик, 2 столбик, 3, 4 делаем убавление. И 4. И так чередуем до конца ряда. Довязали до конца ряда, у нас осталось вот такое вот незакрытое небольшое отверстие. Снова вытащили ниточку и привытяньте петелечку. Будем снова наполнять нашу голову. Предлагаю вам наполнить максимально плотненько, чтобы оставить буквально небольшое отверстие после ряда убавлений и дозаполнять полностью голову. То есть наполняете сейчас максимально, как бы хотите, чтобы она была наполнена. И тогда мы с вами продолжим убавление. Донаполняли вот до вершины нашу голову. Снова крючочек вводим в петельку и будем чередовать столбик без накида, убавление, столбик без накида, убавление. Теперь придерживайте наполнитель, чтобы он у вас не высовывался. Столбик без накида, убавление. И так будем снова чередовать 6 раз. Столбик без накида, убавление, раз. Столбик без накида, затем убавление, 2, 3. Немножечко неудобно, но вы постарайтесь. Снова столбик без
накида убавление 3. Столбик без накида убавление 4 будет у нас. Столбик без накида убавления 5. И столбик без накида убавления 6. А теперь нам осталось максимально донаполнять, или если хотите, можете провязать 6 убавлений подряд, а затем в открытое отверстие донаполнять максимально. В принципе, можно и так. Я думаю, там останется такое небольшое, как сказать, небольшое отверстие, поэтому нам, в принципе, будет удобно наполнить его. Итак, третье убавление сделали. Четвертое, затем пятое. Просто делаем убавления подряд. 6 убавлений. Так, у меня по счету пятое сейчас. И последнее. Я делаю убавление. Это шестое. Все, я сделала 6 убавлений, вытягивая немножечко петельку свою. И вот у меня осталось такое небольшое отверстие. Я буду с помощью крючка донаполнять. Если вам неудобно, хотите, распустите этот ряд убавления. Мне, в принципе, довольно-таки удобно. Я с крючком вот так вот свой наполнитель туда донаполняю. Вот я донаполняла нашу верхушку. А теперь привытаскиваю немного ниточку, обрезаю ее где-то сантиметров 10-12 от, так сказать, от конца вязания. Вдеваю ниточку в иголочку и после этого делаю, так сказать, стягивание нашего колечка из 6 петелек, которые мы закончили. Вот так вот нанизываю петелечки и прячу, так сказать, вот это отверстие наше. Стягиваю петелечки, чтобы у меня была закрыта голова до конца. Вот я до конца достягивала отверстие. Теперь прячу ниточку, где-нибудь ее вытягиваю подальше от закрытия и обрезаю. И, как вы видите, вот она наша голова. Готова. Теперь приступаем к ушку. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко, придерживаем крайнюю петелечку. И теперь провязываем 6 столбиков без накида в каждую петелечку по столбику без накида. 1, 2 столбик, 3, 4. Пятый и шестой. Теперь в каждый столбик в третьем ряду сделаем по прибавке. То есть в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Итак, первую петелечку 1 столбик, второй сюда же. Во вторую петелечку тоже 2 столбика делаем. 1 столбик, сюда же второй. Третью петелечку 1 столбик, сюда же второй. Четвертую петелечку 1 столбик, сюда же делаем второй. Пятый столбик 1,
сюда же второй и последний шестой столбик. Тоже делаем прибавочку. Один столбик, сюда же делаем второй столбик. Итак, сделали прибавочки. Четвертый ряд провяжем 12 столбиков в каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девять, десять, одиннадцать и 12. Провязали четвертый ряд. Теперь пятый ряд будем делать прибавление. Первую петелечку делаем 2 столбика без накида. Один столбик и сюда же второй столбик. Теперь провязываем до конца ряда 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и сюда же, ой, не сюда же, в следующую 11. Довязали. У нас в конце ряда 13 столбиков провязано. В шестом ряду мы снова первую петелечку сделаем прибавление. 2 столбика без накида в первую петлю провяжем. А затем 12 столбиков до конца ряда по столбику в каждую петельку. 2, 3, 4, 5, 6. Далее 7, 8, 9, 10, 11 и 12. В конце ряда у нас 14 столбиков получилось с прибавочкой с нашей. Теперь снова первую петелечку делаем прибавление, 2 столбика без накида провязываем. А затем до конца ряда довязываем 13 столбиков в каждую петельку по столбику. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. В конце ряда у нас провязано 15 столбиков без накида. В восьмом ряду снова делаем прибавление. В первую петелечку 2 столбика без накида провязываем. И до конца ряда довязываем 14 столбиков без накида в каждую петелечку по столбику. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. В конце ряда у нас 13 и 14. В конце ряда у нас получается 16 столбиков провязано. Девятый ряд снова делаем прибавление в первую петелечку. И до конца ряда, то есть 15 столбиков, провязываем каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 и 15. В конце ряда у нас 17 петелек. В 10 ряду снова делаем прибавление в первую петелечку 2 столбика без накида. И до конца довязываем уже 16 столбиков по столбику в каждую петелечку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 и 16.
В конце ряда у нас 18 столбиков, 18 петелек. 11 и 12 ряд мы провяжем без изменения. То есть 18 на 2 это 36 столбиков. 1, 2, 3, 4, 35 и 36. Довязали 2 ряда, а сейчас делаем убавление. Первые 2 петельки провязываем за передние стеночки с общей вершиной, либо, как я делаю, тайными. Теперь провязываем 14 столбиков подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 13 и 14. И затем в конце ряда снова делаем убавление за 2 передние стеночки. Захватываем ниточку и через 2 пропускаем снова ниточку. У нас в конце ряда с 2 убавлениями получилось 16 петель. Теперь снова провязываем сразу же в начале ряда убавление. Из 2 делаем 1 петельку. Теперь провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 13, 14. И в конце ряда также провязываем убавление. За 2 передние стеночки захватываем ниточку и сквозь 2 петелечки пропускаем ниточку. У нас в конце получилось 14 петелек с 2 убавлениями. Теперь 15 и 16 ряд мы провяжем без изменения по 14 столбиков. То есть на 2 ряда это 28 столбиков без накида. Итак, 1 столбик, 2, 3, 27 и последний 28 столбик. Теперь делаем соединительный столбик и вытягиваем ниточку. Оставляем ниточку небольшую, где-то сантиметров 17 для пришивания нашего ушка. Таких деталек нам нужно сделать 2 штучки. 2 ушка у нас готовы, и мы сейчас будем делать рожки, те, которые у нас на лбу. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем и в него набираем, как всегда, наши 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем крючок, стягиваем наше колечко. И провязываем теперь в каждую петелечку по столбику. Итак, первую петелечку столбик, во вторую петелечку столбик, третью, четвертую, пятую и последнюю, шестую. Провязали по столбику, а теперь первую петелечку третьего ряда делаем прибавку. То есть провязываем в одну петелечку 2 столбика. 1 и сюда же 2. Сделали прибавление, а теперь довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. С нашей прибавочкой у нас 6 получается петелек в ряду. Теперь снова первую петелечку делаем прибавление и до конца ряда довязываем уже 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Снова в первую петелечку делаем прибавление, 2 столбика без накида провязываем, а затем довязываем до конца ряда 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
6 и 7. Я вам предлагаю вот эту ниточку обрезать, если она вам мешает, я обрежу. В конце ряда у нас получилось 9 столбиков. И сделаем последнюю нашу прибавочку. В начале ряда в первую петелечку провязываем 2 столбика. Один и сюда же второй. И довязываем до конца ряда 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. У нас в конце ряда получилось 10 столбиков. Теперь 10 столбиков этих провяжем без изменения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Делаем соединительный столбик, вытягиваем петелечку. И снова оставляем ниточку для пришивания. Не слишком длинный, у нас здесь небольшой рожек. Таких рожка нам нужно сделать тоже 2 штучки. 2 рожка у нас готовы. И нам нужно сделать боковые рожки наши, то есть ушки, рожки и боковые. Для боковых маленьких делаем кольцо амигуруми. Закрепляем. И в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем петелечку, стягиваем наше колечко. И теперь в каждую петелечку провязываем по столбику без накида. Один столбик, следующий второй столбик. Третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь делаем в первую петелечку прибавление. 2 столбика без накида. Первый столбик и второй сюда же. Теперь довязываем 5 столбиков без накида в каждую петлю по столбику. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь снова делаем прибавление в первую петелечку 2 столбика без накида. И провязываем уже 6 столбиков. Так как мы сделали прибавочку в предыдущем ряду, у нас увеличилось на 1 столбик количество. 2, 3, 4, 5. И 6. Делаем соединительный столбик в следующую петелечку и вытягиваем нашу ниточку, оставляем для пришивания немножечко, ну там буквально сантиметриков 12-13. А вот это, что в серединке наше замыкало колечко, обрезаем, она нам не нужна. У нас получился вот такой вот маленький боковой рожочек. Их нужно сделать 2 штучки. И теперь нам осталось сделать для нашего личика большие рожки. Берем снова ниточку, делаем кольцо амигуруми. Закрепляем и в него набираем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас будем делать все то же самое. Стягиваем колечко и все как обычно. Провязываем, как и маленькие, сначала 6 столбиков каждую петелечку по столбику. Затем будем делать прибавление и увеличим всего лишь на ряд от маленького. Делаем каждую петелечку по столбику, то есть 6 столбиков делаем. 1 столбик, 2. Третий, четвертый,
пятый и шестой. Теперь делаем прибавление в первую петелечку, 2 столбика без накида. И довязываем ряд наши 5 столбиков в каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь снова делаем в первую петелечку прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 столбик. И довязываем в ряд уже 6 столбиков без накида, так как в предыдущем ряду увеличили. 3, 4, 5 и 6. Довязали 6 столбиков, а теперь последний ряд провяжем так. Прибавочка. 1, 2. Теперь 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но у нас осталась одна петелечка. Мы снова сделаем прибавление. 1 столбик и сюда же довязываем 2 столбик. На вот этот ряд мы продлили от маленького рожка отличия. Теперь делаем соединительный столбик и снова ниточку обрезаем так, чтобы осталось для пришивания. А среднюю ниточку, та, которая у нас закрепляла колечко, обрезаем. Она нам не нужна. Чтобы не мешалась, она нам, в принципе, не нужна. В общем, делаем таких рожка тоже 2 штучки. И после того, как вы закончите маленький провязывать и большой рожок, голова ваша будет, в принципе, окончена. И до встречи во второй части.